25 лет назад оборвалась жизнь культового исполнителя. Телеканал РЕН-ТВ посвятит 15 августа творчеству Виктора Цоя и группы «Кино». А саратовские поклонники музыканта тоже решили отдать дань памяти Виктору Цою. В субботу в нескольких барах местные группы споют песни культового исполнителя. Тему продолжит наш корреспондент. В этом мотиве слышна какая-то плач. Но где найти тех, что слышат ее? Спустя 25 лет после гибели Цоя его песни знает любой поклонник рок-музыки. Саратовские музыканты решили по-своему почтить память культового исполнителя. В нескольких барах будут петь песни группы «Кино». Дмитрий говорит, на них вырос и знает наизусть. Сначала пел во дворе с друзьями, теперь хочет исполнить для широкой публики. Музыканты старались оставить тот стиль, которым запомнился Цой. Я не думаю, что здесь что-то стоит мудрить, потому что это такая музыка, которая... гениально в своей простоте. И партии, которые я играю, я не вношу что-то там от себя, потому что там уже нечего делать. То есть уже все сделано именно так, как и должно то есть быть. Оригинал песни Цоя поклонники музыканта смогут услышать в эфире РЕН-ТВ. Телеканал посвятит 15 августа жизни и творчеству культового исполнителя. В 22:15 состоится премьера документального фильма «Виктор Цой. Рождение легенды». Впервые за 10 лет друзья и поклонники музыканта соберутся вместе и расскажут, как группе «Кино» удалось стать не только культурным феноменом перестройки, но и голосом целого поколения. В фильме зрители ждут эксклюзивные интервью. Его друзья и знаменитые поклонники соберутся вместе и расскажут, как это было. Он оказался голосом, который всех притянул. В документальном фильме «Виктор Цой. Рождение легенды». Вечер памяти Виктора Цоя продолжится фильмом «Игла», в котором музыкант исполнил главную роль. А позже зрители телеканала смогут увидеть последний легендарный концерт Цоя в Олимпийском и фильм с его участием «Асса». Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.